have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Бастионе, и как-то нас загрузили очень, не очень. Нам пришлось, ну, мне пришлось заново проходить всю каменоломню, причем, чтобы начать с этого места, прям с самого-самого начала каменоломни, вот этих ребят сейчас заново мочить. Они проникли в Бастион, ну, и заперли двери. Мальцу пришлось пробиваться в обход. Мы вот на этом вроде моменте закончили в прошлый раз, так что, ну, практически... Надо было рассказать ему раньше обо всем. Что это такое? Гитарфа? Типа гитара-арфа? Музыкальный инструмент Зи, она никуда не выходила без него. Кажется, немыслимо, что она могла оставить его здесь. Ну, или просто оставить. Разве что-то с ней, разве ей не оставалось выбора? Так. Гитарфа. Могу прыгнуть туда, а тут тогда что? Ну, а тут экспа. Или это деньги? Нет, это деньги, получается, надо. Ну, тут вроде как эти кристаллы, это деньги. Ну что ж, поехали. К сожалению, они прорвались и начали рыть свои норы. Что-то дурное появилось из этих нор и начало поглощать это место. Мы хотели остановить их, но сами не смогли. Наш птенец Клевуна, он не выжил. Ну, печально. А, этот бык, он за нас. Я понял, все, что я насобирал, оно теперь все за нас было. За каждого из них дают хилку, если че... успокойся. Наш малютка Брызга, он не выжил. Каким-то чудом он отразил нападение Ура. Только это уже не важно. Блин, я мог план всех спасти? План Зуфа сработал. Ну, то есть это же вряд ли как-то заскриптовано. Я думаю, мы что я мог спасти друг друга, всех. Когда все улеглось. Потом я рассказал ему, зачем пришли Ура. Ура. Отомстить нам за катастрофу. Может, расскажут, почему мы виновны в катастрофе? Генеральным планом Цейлондии было уничтожение Ура. А-а-а. Но все вышло наоборот. Не так ли? Если бы только Зулф знал всю историю. Так, гитарфа. Нам оставалось только гадать. Наверное, они забрали ее. Вернули на родину. Угу. А, так, это у нас для лука. Скорость натяжения тетивы. Прочность его лука оценил бы и стрелок-чемпион. Это я все равно не могу прокачать. Ладно. Я вроде как какую-то ачивку, не ачивку выполнил. Пойдемте заберем. Где это было? Здесь, да, это здесь. Может, я был неправ, может, нельзя прокачать все здания. 1000. Милосердие. Пузыри что-то... не единственные, кому не повезло в жизни. Так, хочу ли я идти дальше с этим оружием? Ну, в принципе, наверное, меня устраивает. У нас 5 уровней. Вот эта штука с выдерживанием смертельного удара, она меня спасла уже сколько раз? 6, наверное. Прикольно. Так, а что дальше-то? Осколок. Ну да. Осколки могут облегчить симптомы. Но есть лишь одно лекарство. Нужно закончить то, что мы начали. А мне разве последний прям осколок? Мемориал, может, и закончен, но наше дело еще нет. Так, хорошо. Наберите опыта, чтобы получить 5 уровень. Есть. Совесть. Мы не потеряли все, пока у нас есть это. Назовите все постройки в Бастионе, тоже убежище. Есть. Убежище. Смогли построить, сможем и восстановить.
хотя бы одного идола, вот это я не знаю. Но это, я так понимаю, наши ачивки, изучить необходимое количество секретных навыков. 9 из 20. Заработайте первый приз. Да, понятно. Ой, вот это практически все. Соберите необходимое количество фрагментов в своих путешествиях. Буквально 700 еще осталось. Я вот это смогу получить. Это не так много. Сразите недруга, спарировав его. Ой, не, парирование это прям не мое. Тут на клыкометы, на пистолеты. 12 пуль в одного недруга. Я могу это сделать, но это мортира. Одним выстрелом. С помощью кузни улучшить несколько единиц оружия до 3 уровня. Ну, то есть там тоже чуть-чуть осталось. Теперь нам нужен лишь последний осколок. Я сейчас вот это улучшу. Это же будет считаться 3 уровень, да. Плюс 5 к урону. Вся мощь Цейлского молота в основании. А это мощное основание. Еще одну пушку улучшить до 3 уровня, и эта ачивка тоже будет сделана. Востока. Теперь мы хотя бы знаем, куда идти. Сюда. База. Но это мы, типа, да? Да. Хорошо, испытания, все дела. Вот, нам сюда. Осколок. Поехали. Бастион символизирует Цейлонию. Последний понятно. Осколок. Все, что нужно, чтобы разгрести этот бардак. Великая мать, какой это был кошмар. В принципе, такое, наверное, могло произойти только от рук человека. Я, наверное, более-менее определился со своим билдом. Зуф верно сказал, что катастрофа провалилась. Застава Ура это доказывает. Хорошо, за каждого из них вроде как... Блин, почти за каждого. До этого за каждого давали хилочку. Сейчас я что-то растерялся. Ой, это я заберу. Давайте. Мне сейчас нужно искать экспу вот эту. В основе катастрофы была простая идея. Мы не хотели воевать снова. Хотели исключить саму причину войны. Что по мне стреляет? Мне куда? Мне вперед, мне назад. Я видел там эти лечебные цветочки. Куда ты полет? Ой, дурак. Я возьму. Да чтоб тебя. Нормальный способ, кстати, с ними бороться. Что меня? Многие люди работали над этой проблемой. Вот, как будто... Ученые, солдаты, шпионы. Даже я. Молодец, улетел. Да хорош! Это они потом приземляются на меня еще раз? Я не пойму до конца. Мы искали решение далеко за городом. Мы зашли так же далеко, как Малец сейчас. Здесь оказался. Теперь буду ходить, и меня будет мучить. Собрал достаточно осколков или нет? Блин, они мне стабильно урон наносят. Я пока не такие... Ну, как бы их можно щитом прикрывать, наверное. Я просто щитом не так часто пользуюсь. Скажем так, не всегда вовремя догадываюсь его использовать. Блин... Ну, наверное, вот так надо делать, да. Нужно не щелкать клювом, а нужно щитом их, значит, принимать.
ничего нет. Я думал, продолжать дорогу забыть. Большая часть попыток не принесла плодов. Успокойся. И мне теперь стало интересно, насколько близки мы к концу игры. То есть, какой фортель тут еще может получиться? Затем произошел прорыв. Но решение пришло не от одного из наших. Извини, минус. А что ж так могу? Тоже могу так. Тоже, говорю, могу. Воу-воу-воу-воу. Фиг ли вы телепортируетесь-то? О, погодите. Что-то изысканное. Материал для улучшения армейской винтовки. Блин, я забыл, что у меня вообще винтовка есть. Хорошо. Так, берем себе дополнительную экспу. Тут переключатель. Его нашли. Поехали. Блестящий юный ученый по имени Вен. Вен работал на дворцов. Этим горожанам ума было не занимать. Сумерки. Спасибо, что предупредил, что тут. С его помощью творцы нашли способ запечатать туннели Ура в мгновение ока. Вот сейчас прям сюжет прет. Так исчезли бы все до единого Ура, живущие в терминалах Тазала. Мне за них экспа не полагается. Устройства не должны были использовать. Разве что как последнее средство. Странно, почему... А, ну, видимо, их тоже бьют. Ну, типа, они враждебны для дикой среды так же, как и я. Блин, как бы улучшить бы боезапас вот этой горелки? Но Венну не нравилось, что им манипулируют. У него были свои планы. Как мне туда попасть? Попадаем в какие-то территории, которые... Он саботировал проект творцов. Настроил все так, чтобы взорвать их самих. Просто экспу дают. Ну, не экспу, просто деньги дают, серьезно. И представь, что чувствовал Вен, когда именно его заставили дернуть рычаг. Иди отсюда. Да-да-да. Да-да-да-да-да. До свидания. Ну, то, что они телепортируются, я вроде к этому привык. И реально, пока что единственную стратегию, которую против них вижу, то это дробаши и щит. Ну, или вот так вот. Бастион может все исправить. Нам лишь нужен этот осколок. Чем является бастион, ёлки? Они, в принципе, неплохо сливаются. Ну, то есть по урону я себя ощущаю нормально. Вот осколок сейчас, наверное, будет какой-то босс. Ясен пень. Очень жаль, что Ура не были готовы с нами сотрудничать.
главное двигаться. Минус. Так они под землю закапываются. Пока ты одного кошмаришь, остальные тебя бомбят. Мальцу предстоит вернуться к тому, на чем остановилась катастрофа. Все, до свидания. Выпь, я не знаю, что там дальше будет. Почему меня так... Почему не смог удержать осколок? Ладно. Ну, для начала, есть кое-кто, кого, как мы считаем, нужно спасти. Зия. Ура, отступили. Планируют следующий шаг. Ну, осколок-то я не получил. А мы сегодня уже спланировали. Где там были материалы? Блин, еще 100-139 не хватает. Вообще ни о чем. Окей. А мы не слишком любезничали. Что я дальше делаю? Нужно кое-что сделать, прежде чем идти за последним осколком. Что? Я что-то упускаю? Погоди, осколки я не принес. Паровой бык. Уровня у меня не было, с этим я не поговорил. Кстати, кузня. А, армейская винтовка, 35 к урону. К скорости прицеливания. Вот, скорость прицеливания надо. Это у нас... Даже армия никогда не выпускала таких чудесных винтовок. Это я прокачал до 3 уровня все. Город. Да. Богат теперь разве что на фрагмент. Хорошо. Проникните. Проткните недруга, а затем добейте броском копья. Блин, я не люблю метать оружие. Нам сюда. Обнаружена Зия. Да, лететь. Поехали. Я думал, он сказал, типа, что нам нужно сначала что-то сделать, я думал, в бастионе. Нам сначала нужно Зию освободить. Ну, теперь это личное, не так ли? Это личное для него и личное для меня. Они его даже не заметили. Он добрался до посылки, что? Которую я ему отправил. Это та малышка, которую я чинил в свободное время. Мне это не надо. Я не хочу эту оружку. Она еще и стреляет не тогда, когда мне надо, а тогда, когда зарядится. Это вообще не фан. Погодите, что? Ура, нашли способ остановить продвижение катастрофы благодаря пещере Султана. А все то время, пока я целюсь, эти штуки в меня стреляют. У них огонь именно как лазерная пушка. Вообще не фан. Мне не нравится. Я хочу свой дробаш обратно. Система защиты и все такое. Даже весьма неплохая. Да, она дает 99 урона, но мне это не надо. Однако они не привыкли принимать приезжих. Этих ребята, конечно, тоже ваншоты. У них есть эти проводники, и это все, что не дает этому месту развалиться. У него еще и массовый урон, что если тоже неплохо. Если достаточно проводников, катастрофа поглотит эту землю. Братаны!
Да, она долго перезаряжается, офигеть просто. Мне сюда или туда? Завершено. Так, отлично, отлично. Это... сюда эти бонусные. Эти камни как опухоли. Точно такие же Ура разместили в бастионе. Все, мне сказали, что я собрал. Хорошо. Долго. И к тому что же, если Шура ты чуть-чуть недоцелишься, то оно не срабатывает. Паники я, потому что мне не нужна эта пушка. А, с другой стороны... Черт. Слишком громоздко, чтобы наводиться на цель. Наносит урон по площади. Может, дуальные пистолеты взять? Не может... Нет, ладно, ладно, давайте я с этой базукой пойду, черт с ней. Может, я как-то привыкну к тому, что здесь происходит. Не знаю, как-то потом скажется. Они даже натравили на мальца своих питомцев. По крайней мере, у него нету дальности стрельбы, то есть оно летит туда куда-то прям. Прикиньте, чувак, эти пережил. Эти вредители, словно ухаб на дороге. Да, то есть я могу выигрывать за счет дальности. То есть то, чего мне не было на дробаше. Вот сейчас проблема. Потому что я этому чуваку ничего не сделаю. Так. Нужна помощь. Посмотрите, сколько у них жизней. При том, что они прячутся очень имбово. Нет! Сейчас нельзя быть безрассудным. Угу, спасибо. За подсказку. Так, мне туда или сюда? Сейчас давайте посмотрим. Вот это если... Малец разбирает это место на части. Шаг за шагом. Да, это ключи, я так и понял. Без шансов. Что-то горелое. Это у нас для корабельной мортиры. Слушайте, а может в принципе существует всего лишь 3 уровня? Нет, не 3 уровня. Мы видели 5 уровней прокачки на каждое оружие. Почему ничего не дают на меха? Малец отвечает им 10-кратно. Теперь каждый ура отсюда и до терминалов узнает, что он в городе. Легкая мишень. Большинство проводников Ура сосредоточены в самом центре пещеры. Минус. Как в смысле? Да ну вас нафиг, я говорю минус. Мне проще воспользоваться и подобрать, чем мне 10 экспыч, в принципе, никуда следы не уперлись. Следы катастрофы, видимо, пожирают это место изнутри. Он чуть-чуть не дает. До свидания, чел.
Наверное, выпью, что мне. Ура стараются удержать позиции. Что-то вонючее отсюда для... до их родины рукой подать. Вот, для огненных мехов отлично. Я не знаю, будет ли у меня возможность улучшить это еще. Ну, то есть, ну, я же, наверное, вернусь. Да, я вернусь в бастион, потому что мы сейчас спасем девушку и... Мне бонус за то, что я разнес все вокруг. Ладно, погодите, может, я к этой базуке еще и привыкну. Она в принципе. А если еще и ходить не могу, когда стреляю. Ну ладно. Ребят, вы высунуться не хотите? Моего мелкого убили, что ли, да? То, что все резко на меня переключились. А тут что? Возможно, они знали, что проиграли одному мальцу. Знать бы сразу, где бонусное, где не бонусное. Они недооценили нас. Прикольно. Ошиблись на наш счет. Давайте тогда вернемся. Мне просто интересно посмотреть, что там. Это выглядит как большой путь. Успокойся. Некоторых из них происходящее откровенно сбило с толку. Да, это бонус. Хорошо, что я сюда подошел. Может, я еще и уровень успею получить? Тут предусмотрено 10 уровней. Это, я понимаю, если проходить все испытания, вообще все... Да, все, наши люди вызвали все, что тут есть. Но мы здесь и пытаемся это исправить. Чувак просто лицом схавал. Ай. Ну что, крепкая фигня. Ладно, я заберу, Жаль, здесь уже не до цивилизованной беседы. Думается, старине Зулфу стоило узнать нас лучше. Так, меня немножко напрягает, как оно все будет по хронометражу выглядеть, потому что нам вроде как серия пора заканчивать, я не знаю, где мы сейчас и как. Рассказать все, что я знал. Странные птички меня бесят, серьезно. Не то, что плохие противники, наоборот, они хорошие противники, раз они бесят, правильно? Но они меня бесят. С этим ничего не поделаешь. Ладно. Я просто на них сразу один тоник трачу, но... Не-не-не, чел, забудь. Ну блин, оно мечется непонятно как, в тени, не в тени. Давай сдохни уже. Ну вот, ну это не знаю. Это очень сильно замедляет геймплей и затягивает. Зулф, Ура, у них есть все основания злиться. Сильно злиться. Причем я по ним стреляю еще до того, как попали ограничения. То есть... Видите? Так, что чуждое? Это для катастрофной пушки. Это та, что у меня сейчас? А, успокойся, но иди отсюда. Когда все закончится, это уже не будет иметь значения. Минус пушечки. Это у нас считается катастрофная пушка, которая в руках. Так, просто идем потихонечку все вымораживаем вот этой штукой. По мере роста отчаяния Ура увеличивает калибр своих пушек. Эх.
Это пах, это пах. Больше пах. Ничто не стоит у него на пути. Вот, я бы бонусы еще забрал. Он видит терминалы Тазала, выступающие на горизонте. Ну-ка, 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 аккуратно, аккуратно. Все потом, эти мечты канули в катастрофе. Но мы вернем их обратно. Птица, блин. Не беси меня. А что? Детский рисунок. А, мне показалось, что это была деталь. Это детский рисунок. Окей, поехали. Именно там, на краю мира. Вот где он, наконец, находит тебя. Но теперь это уже не утес процветания. И девчушке больше не о чем петь. Ты живая вообще? Зия, тебя не похищали. Нет, девочка. Ты должна была сама увидеть, что произошло с Ура. С твоим народом. Согласилась вернуться. Ну, не знаю тогда. Ты хотела увидеть, все ли слова Зулфа были правдой. А почему она тогда бросила... Они потеряли все, не так ли? Но продолжали бороться, будто этим что-то себе вернут. Почему она тогда гитарфу бросила, если ее не похищали? Ты же специально оставила эту бренчалку. Проверить, пойдет ли он за тобой. Тогда ясно. Нам это как раз и объяснили. Спасибо. Мемориал. Так, Кочегары вот это я возьму. Держали город в тепле. Делали его процветающим. Страна. Она разорвана в клочья. Но выглядит все еще хорошо. Есть. Ты у нас. Мне не нужно видеть, что случилось с Ура. Не забывай, я пытаюсь все исправить. Что у нас по кузне? Это у нас для мортиры. Меха, точно. Это я делал скорострельность, в основном запаса. Тут большой, это не надо было. Один урон от пламени, и пламя наносит урон некоторое время после. Блин, а вот это, кстати, неплохо. Или моментального урона больше. Я думаю, вот этот ожог хорошая вещь. Глубинные мехи совсем не похожи на своих кузнечных родственников. Так, тонус корабельной мортиры к скорости прицеливания, к радиусу взрыва. 25 перезарядка, к скорости прицеливания. Вот это нужно. Научил его трюку, которому мне рассказал один канонир. Катастрофическая пушка. Ракеты отбрасывают цели, если их не убивают. Ракеты не запускаются автоматически. Вот что мне нужно. Первый шаг к освоению катастрофной пушки – знание о механизме отмены. Вот, то, что меня как раз это и бесило, потому что ты прицелишься, и патрон просто вылетает. А нужно, чтобы он держался в стволе до нужного момента, как мне кажется. Давайте тогда на этом заканчивать. В следующей серии пойдем дальше. Минечка, а что у нас тут? Ну, вот она, катастрофная пушка. Мы ее уже и прокачали. Неважно, с чем он там столкнется. Давайте все на следующей серии начнем с бюро находок. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.